Анонс и точность выхода 110-й серии турецкого сериала «Мои братья». 110-я серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как в то время, как Омеру грозит смертельная опасность, неожиданное имя, постучавшееся в дверь Шиваля, удивляет семью Йылмаз. Горячий спор Фатмы и Шенгюля в клубе становится последней каплей для Ямана. Пока двоюродные братья Эрен и их друзья предпринимают действия, чтобы вернуть директора Бурака на его работу в школе, Огулкан, пытающийся завоевать сердце Алиф, продолжает свои романтические движения, не сдаваясь. Сюрия и Яман делают важный шаг в своих отношениях, к которому Акиф не может остаться равнодушным. Фатма и Огулкан, которые приносят в свой дом найденное на улице кресло, сталкиваются с ситуацией, которые они никак не ожидали и которая шокирует их. 110-я серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.